Всем привет-привет, ребята, гости, подписчики нашего канала. Вот, приобрели еще один вот такой вот замечательный инкубатор. Это матрица Делли D10 серия. Вот, что входит в комплект. Этот инкубатор новый, 2021 года. Те два инкубатора, которые у нас есть, они 2020 года. А вот этот вот нынешнего 2021 года. Сейчас посмотрим, что входит в комплекте. Вот такие две пластиковые бутылки. Немного пообъемнее, но также на 3 литра. Отличаются сами крышки, ну, цветом и все. Потом также входят ванночки в комплект. Вот две ванночки. Потом подставки. Вот. Вот так вот они подключаются. Вот к этим приемникам. Бутылочка наливается и переворачивается. Вода поступает в ванночки до нужного уровня. И всегда вода есть в камере инкубатора. Также входят в комплект вот такие вот провода для подсоединения к аккумулятору. Очень удобно, вот плюс-минус. Все удобненько. Все подписано. Все по цветам. И вот такая вот новая княженция домашнего, домашнее инкубирование. Оренбург 2021. Блиц, ВВ Кокорин, Блиц. Бесплатная эта книжка идет. Тут все написано, и как инкубировать яйцо, и из чего яйцо само состоит, осмотра яйца для инкубации, потом как выглядит каждого вида птицы яйцо, из чего оно состоит, строение яйца, потом какой наклев при выводе, слабый, хорошая влажность по цыплятам, какую температуру цыплятам надо. И для каждого вида птиц своя температура. Тут тоже есть гусята, индюшатца, вон, цесарята, мускусные утки и обычные утки. И какую температуру им надо. Вот, вот такая вот замечательная книжка идет в подарок. В прошлом году вот такая вот книжка шла тоже. Ну, тут по дизайну немного отличается и по качеству книжки. Тут Оренбург 2021. Также все и написано. И, кстати, появилось в этой книжке вот тут два инкубатора таких на шестой странице. А здесь тоже шестая страница, но уже другие инкубаторы. И в новой книжке появилось, сейчас покажу, вот, сам этот инкубатор, матрица. Вот. Такая вот княженца замечательная. Для начинающих птицеводов самое то. Вот. Тут курочка с цыплятами, там тут утка с утятами. Такая вот комплектация. И со всеми инкубаторами Блиц. Да, вообще, наверное, со всеми инкубаторами идет руководство по эксплуатации. Инкубатор автоматический, бытовой. До 100 яиц инкубаторы, получается, считаются бытовыми, а от 100 яиц инкубаторы это уже промышленные. Вот. Из линейки матрицы, матрица Вегас, матрица Дели есть. Также все D10, ничего тут по функционалу не поменялось. А сейчас все вам расскажу. Как, сколько весит этот инкубатор. Потом программирование, все тут внимание написано. Обратить следует на то, что воду там надо такой температуры. И рекомендовано все делать по этой инструкции, не экспериментировать. И также есть здесь гарантийный талон. Эти инкубаторы производит Оренбург Кокорин. Вот, получается, здесь всегда идет печать, когда этот инкубатор изготовлен. Вот этот инкубатор был изготовлен в феврале 2021 года и пригоден к эксплуатации. Также есть схема, производитель не прячет схему этого инкубатора. Такие вот дела.
этими инкубаторами. И вот еще сам, конечно же, лоток. Без лотка никак, обычный. Также корпус от лотка фанера, на дне сетка цинкованная. И сверху сеточка вот мелкая, черненькая. Ну вот, сейчас включим его, посмотрим. Вот, сейчас его включим. Вот, температуру это он показывает, которая находится в инкубаторе. Вот сейчас поближе подкажу. Вот, 26 это температура в камере инкубатора. Установил лоток. Тут в самом инкубаторе вот такой вот чехол, надетый из той же оцинкованной сетки. Обычный кулер. И датчик вон красной температуры. И две нехромовые проволоки натянутые, чтобы нагревалось и обдувал вентилятор, поступал в камеру. Также с лотком имеется вот такая вот перегородочка. Ее можно отделить и поставить вот, если у вас, допустим, не 72 яйца, этот инкубатор на 72 яйца рассчитан. Если у вас вот столько вот яиц, перегородку эту отделили и инкубируете спокойно. Или там 10 яиц вот столько, или 2 яйца. Как вам удобно. Итак, по настройкам этого инкубатора, чтобы запрограммировать температуру, зажимаем две кнопки плюс и минус одновременно. Вот, программирование. 37,8 установлено с заводскими настройками и рекомендуется всю птицу инкубировать при такой температуре. Если нажмем еще раз, плюс-минус вылетело. Вот программирование. Это мы плюсом-минусом устанавливаем температуру. Вот можно 38, от 35 градусов до 40. Плюсом-минусом регулируем. Но рекомендуется температуру 37,8. И зажимаем кнопку ОК. Поворот. Тут можно выставить поворот. Через какой промежуток яйцо будет наше переворачиваться. Вот получается. Сейчас еще раз вылетело. ОК, нажали, поворот. Заводом установлено каждые 2 часа. И плюсом-минусом регулируем от 1 часа до 8 часов. Ну, желательно инкубировать каждые 2 часа. Чтобы отключить сигнализацию, это вы будете когда проветривать, он будет пищать. Поэтому зажимаем кнопку плюс. Вот сигнализация. На 1 час от 1 до 12 часов можно выключить сигнализацию. Вот. Сейчас она поморгает и зафиксируется. Все, сигнализация off. И также можно ее включить. Все, сигнализация on, включена. Чтобы выключить нагреватель, зажимаем кнопку ОК. Это когда проветриваете нагрев от 10 минут до 60 минут. Можно выключить нагреватель, чтобы инкубатор наш в холостую не работал. Когда будете проветривать там со второй половины инкубации. Все, нагрев off, выключили. Также нажимаем кнопку, зажимаем, и он включается. Так, чтобы повернуть этот лоток, зажимаем кнопку поворот. Жмем. Кнопочка синяя загорелась, лоток повернулся на 45 градусов. Чтобы вручное положение лоток поставить, зажимаем кнопку поворот, высветилась ручь. И плюсом-минусом регулируем поворот лотка. Вот, когда инкубация подходит к концу, вы выставляете в горизонтальное положение, яйцо приводите в горизонтальное положение, и все. Сейчас поморгает, и поворот выключен. Ну вот, по регулировке влажности, если у вас две ванночки стоит, вот,
отверстие специальное для шланга. Здесь по бокам ванночка, одна здесь, другая здесь. Если у вас две ванночки с водой, смотрите по этой шкале. Если вам надо 55% влажности, вот рычажок есть такой, выставляем до упора вверх. Если вам надо, когда у вас одна ванночка с водой, выставляете посередине, если у вас одна ванночка. Если вам 70% надо, то если у вас две ванночки, тоже посередине. А если одна ванночка, ну, разберетесь, вот. Тогда вниз, до... Вот, такого значения. Ну вот, вот такие вот дела. Ну все, обзор на этом инкубаторе закончен. И да, самое главное, вот здесь на панели управления имеется инструкция, как этот инкубатор настраивать. Можете нажать паузу, заскриншотить и посмотреть. Ну а вам все уже показал, рассказал. Ну вот, вот такие вот дела. Приобрели еще один инкубатор. Ну все, будем инкубировать. В этом инкубаторе придет яйцо 16 числа, тоже Loman White. И будем инкубировать. Я вам все расскажу, покажу. Ну вот, такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.